Вкусные закуски для выезда на природу. Пита с курицей гриле фруктами и соусом чили. Вам понадобится пита 2 штуки, куриная грудка 1 штука, оливковое масло 2 столовые ложки, зеленый салат 4 листа, сладкий болгарский перец 1 штука, консервированные ананасы 3 колечка, апельсин 1 штука, помидор 1 штука, соль, перец черный молотый по вкусу, сладкий соус чили 1 чайная ложка. Натрите куриную грудку солью, перцем и оливковым маслом. Дайте промариноваться 20 минут и обжарьте на сковороде гриль или запеките. Снимите с апельсина кожуру, удалите белую пленку с каждой дольки и нарежьте их мелкими ломтиками. Также нарежьте ананас. Перец нарежьте кубиками, обжарьте в оливковом масле. Затем добавьте апельсин и ананас. Прогрейте 1 минуту и снимите с огня. Посолите, поперчите, добавьте соус чили и перемешайте. Нарежьте куриное филе ломтиками, а помидор кружками. Разрежьте каждую питу пополам, но не до конца. И в получившиеся кармашки выложите лист салата, кружки помидора, кусочки курицы и фруктовую смесь. Можно приготовить сэндвич с брокколи, ветчиной и творожным сыром. Вам понадобится зерновой хлеб 6 ломтиков, брокколи 200 грамм, творожный сыр 100 грамм, ветчина 100 грамм, майонез 2 столовые ложки, чеснок 1 крупный зубчик, петрушка несколько веточек, соль, черный перец по вкусу. Доведите подсольную воду до кипения и бланшируйте в ней брокколи не более 5 минут. Откиньте брокколи на дуршлаг и дайте остыть. Нарежьте ветчину мелкими кубиками. Зелень и чеснок измельчите. Брокколи измельчите в блендере и смешайте с творожным сыром, майонезом, зеленью и чесноком и ветчиной. Слегка посолите и поперчите. Выложите на ломтик хлеба начинку толстым слоем. Накройте его вторым ломтиком и разрежьте сэндвич по диагонали.